Еще раз. Тянуть курики на себя. Сейчас. Еще раз. Смотрите на экран. Еще раз берем, создаем боксик. Это у нас будет стеночка. Обратите внимание, что я выключил вот эту команду привязочки. Потому что если она будет включена, он у меня будет дергаться по отношению к другим объектам. Видите? Вот. Ее можно выключать клавишей S. Английская. Видите, она сразу начинает привязываться к другим объектам. Например, вот по высоте, вот как вот этот был. Вот я его выключил. Создал себе вот такую стенку. Выключил. Теперь я делаю дверной проем. Значит, мы можем там на глаз сдвинуть объект, либо мы можем, например, нарисовать дверь с нужными нам параметрами. Допустим, там высота, ширина и так далее. То есть там задали параметры, которые нам нужно. Теперь вот эту же стенку, включаем привязочку, включаем, чтобы у нас была активна ось X, на ось X нажимаем. Вот, нажимаете на ось X, да. Вот, и теперь шифтом выделяем край и движемся от края до конца двери. Вот еще раз выделили объект, выделили ось, проверили, чтобы была включена, и делаем так, от края, видите, оно смыкается, оно даже подсвечивается, к чему оно будет привязываться, до другого края. Все, у нас получилась дверь с таким вот проемчиком. У кого получилось, у кого не получилось. Выделили объект.